Это мероприятие происходит впервые. Мы назвали его «Ежегодная командная игра». И называется она «Игра года». Для хакатонов вообще это редкость, что участвуют команды больше 5 человек. Обычно это маленькие команды, которые могут очень быстро что-то сделать за короткий промежуток времени. Здесь команда большая, и задачу ребята взяли, соответственно, тоже очень большую. Обычно на хакатонах делают маленький прототип, вообще игнорируют обычно дизайн, всю маркетинговую составляющую и прочее. А здесь ребята делают полный цикл, симулируют полный цикл в рамках этой игры. И первое, что когда я зашел, я увидел, что ребята разбились на департаменты, на отделы, маркетинг, разработка, арт. Каждая из этих групп работает для того, чтобы всем вместе добиться одного результата, то есть создать эту игру. То есть они не соревнуются друг с другом, они идут к общему результату. Было очень много вопросов по поводу успешности этого всего. Никогда не имели такого опыта ни я, ни команда разработки, которая участвовала в этом всем. За 2 дня сделать игру, сделать сайт, запустить это все. Но жизнь тратится при бое или... Жизнь тратится при бое, но потом она восстанавливается. А локация будет как-то влиять на механику боя? Нет. Почему космос? Космос? А почему-то мы решили выбрать космос почему-то. Больше похоже на симуляцию большой игровой компании, которая делает большой серьезный продукт, который собирается выпустить очень скоро. У нас есть команда Publishing Platform в компании Wargaming. И мы все работаем вместе, но над разными проектами. А здесь мы собрались все вместе для того, чтобы поработать над одним проектом, начать его придумать, спланировать, сделать и запустить. Многие ребята в новых для себя ролях. Те ребята, которые никогда не занимались маркетингом, сегодня имеют такую возможность. Либо те ребята, которые занимались разработкой, могут сегодня быть в шкуре геймдизайнера. Они проходят первый уровень карты, и планета за ними разрушается, типа, все, типа, ну что произошло? Зачем они дальше движутся? Какова вообще мотивация движения? Я думаю, совершенно неожиданное, необычное чувство, когда ты нажмешь кнопку «Играть», увидишь то, что ты делал 2 дня своими руками, с кровью, в общем, и потом, и оно запустится. Это будет нечто космическое. Результат будет выше, чем на любом классическом хакатоне, которых я бывал до этого. А это будет реально похоже на продакшн-версию игры. Но посмотрим, как справятся ребята. Нас забанили на каких-то сервисах, где мы начинали постить какие-то свои рекламные новости. Но мы, кажется, не растерялись и начали делать более активно просто на других. Плюс где-то там позаводили новый аккаунт. Было очень круто. Это то, что была нереальная скорость. Думаю, никто не видел такой скорости за время работы в Wargaming. Брянчик, давай, перде. Что же выбрать? Игровой хакатон Ludum Dare называется. Я играл в игры с него. У вас капец, как круто все выглядит для хакатона игрового. Когда я сидел, играл последние бои, мне было азартно. Я, во-первых, хотел уровень получить. Ну, чтобы посмотреть, что дальше происходит. Владимир Цвентьев, 1 победа. Квитко, 5 побед. Поздравляю вас, мы приехали! У-ху!